Но кажется, что-то не то. И вроде бы
200, а сегодня просто огромное просто количество людей, поэтому мы немного в растерянности. Ребята, следующая песня достаточно старая, можно ее спеть всем вместе. Давайте мы начнем, а вы подхватывайте. Мы там уже, наверное, я думаю, слова уже должны знать все, наверное. Вы же не просто так сюда пришли, не случайные какие-то люди, а по-любому вы знаете слова этой песни. Готовы, да, все? Нищая страна! Thank you.
будем сейчас Путину звонить. Привет, меня слышно? Я все это видел! Хочешь? Раскрою кавычки, скобки. Скажу, почему ночи глаза как пивные пробки. Дай угадаю фразы. Сволочи тремором скручены. Я все это раз за разом видел, это скучно. Раньше мы были моложе, мир был восторг и тайна. Сегодня в порезах кожа, мы на ножах с отчаянием. Завтра мы станем старыми, нас фатум возьмет с поличным. В награду нам выдав карму и полное безразличие. А значит, нам нет резона оставить осколки ссоры. Пусть истерят клаксоны, пусть ливни полощут город, пусть площади станут морем, за шторы и на окна прыгни на гет. Мы будем крушить посуду. И пусть заклинется смехом над бытовым абсурдом далекой эпохи эхо мертвым. Тепло под снегом. А мы, блядь, не хотим быть мудрее! И мерзнут, вцепившись в ребро батареи, варвары бетонного века. We'll be right back.
Спасибо!
Спасибо. Следующая песенка называется «Роди мне тысячу детей». Следующая песенка называется «Лучше крутиться в охуенном московском Circle Pit, чем в мясорубке ебаной системы». Крутись, пока молодой! Думай, не дашь.
самый большой Circle Pit, который мы видели на нашем концерте. Спасибо, ребят. Охуенно. Следующая песня называется «Новые лозунги». Пригодится дома и теперь и мне.
этим пожаром сгорят превосходно. И просто и счастливо безработный. Посмотри, скорее встает страна. Безработица подтверждена. Не имеющих убивать, истреблять, уничтожать. Верующему в путь, тунить, тухнуть.
Взрослую жизнь, и потом, что его там ждет внизу, никто не знает. Часто жизнь полна разочарований. Следующая песня именно об этом. Она называется «Что же с нами стало после выпускного бала?» Утро!
тысячи лет. У нас уверенный вид, у нас нет нихуя, кроме нашей любви, охуенной любви. Охуенной любви.
следующей песне нам очень сильно понадобится ваша помощь. Нам надо будет разделиться на две половины. Те люди, которые находятся напротив Димы, вот здесь вот слева. Вам надо будет спеть вот так. Давайте попробуем на счет 4. Кирилл, можешь нам 4 раза отсчитать? Блядь, как на хоккей, прям охуенно. Теперь те люди, которые находятся справа, вот здесь. Вам немного посложнее задание, вам надо будет спеть примерно так. Попробуем, вы готовы? Кирилл, давай еще раз, 4 раза. Это просто превосходно. Теперь мы все вместе объединяемся в одну команду, чтобы спеть песню, которая называется «Сопротивление». Ребята, вы готовы? Вы точно готовы? Отлично! Тогда погнали!
Пригласить хор РПЦ, чтобы они спели таким мощным низким голосом. Но на стадии переговоров нашему менеджменту был выставлен такой неебический прайс, что просто никогда не хватит денег на хор РПЦ ни у кого на планете, мне кажется. Очень дорогие расценки, поэтому мы сегодня без хора, но мы хотели бы попросить вашей помощи. Давайте попробуем спеть низким голосом. Давайте попробуем на счет раз, два, три, четыре. Вообще, ну только посмелее, ребята, чуть погромче можно. Давайте. Кирилл, давай начинай бит. Мы сейчас будем прям под бит репетировать. Так, ребята, мы готовы, смотрите. Громче.
А сейчас мы сыграем, возможно, наверное, впервые. Мы играли, по-моему, в прошлый раз в духовой секции, но у нас был не саксофон, а какая-то другая там трубка медная. Вот. Но сейчас у нас есть дорогой друг, который нам подыгрывает на саксофоне. Это Паша Журавский, он тоже из Дубны. Вот. Очень давно друг друга знаем уже. Вот. Сейчас мы будем играть проплаченную песню. Почти как на записи. К сожалению, сегодня снова без группы Elysium. Но когда-нибудь мы обязательно и с ними сыграем эту песню. We'll be right back.
саксофон. Следующую песню мы написали еще тогда, когда выступали в маленьком московском клубе «Дождь мажор». Да кто же его не знает? Мне кажется, наверняка каждый хоть раз там нет-нет, да и заходил. А мы никому не нужны. Good night.
Ребята, вы еще не устали? Точно? А кто сегодня приехал сюда из других городов? Много у вас таких людей? Специально для вас, ну и не только, конечно, для вас, а вообще для всех, кто сегодня пришел, для всех, кто любит путешествовать, для всех, кто любит гонять автостопом, поездами, ходить на концерты, на фестивали. Следующая песня называется «Приезжай».
Yeah.
Песня о рабстве 21 века. А всем, кто променял свою свободу на ёбаный корпоративный этикет. Наша любимая песня сейчас будет. Многие люди сами не научившись жить как следует, вдруг неожиданно рожают ребенка и начинают его воспитывать. Чему же они могут его научить, как вы думаете? Следующая песня называется «Отъебитесь от детей». Идите нахуй, блядь!
Ваша реклама не работает, когда это хочется тишины. Когда всю неделю до кровавого пота въебываешь на заводах страны. Когда кто-то умер из близких и буквально как камень рвота. Когда мы заглавы из шерденских. Ваша ебаная реклама не работает. Она не работает, если мой угол обзора равен нулю. Ваша реклама, увы, бесполезна. Я снова люблю. Thank you.
велосипед. В натуре. Ребята, а кто любит гонять на велике? Уже велосезон давно должен быть открыт, на самом деле. Следующая песня называется «Велосипед». Включите мегафон, пожалуйста. О, ребят, слышно меня? Отлично! Эта хуйня наконец-то заработала. Следующая песенка. Мы вам не скажем, как она называется, потому что вы сейчас сами все поймете. Это самая главная песня. Она играется на каждом концерте, всегда. Иногда даже по два раза. Вы готовы? Нам понадобятся все ваши силы без остатка. Давай, рядом с нами, на
превращаются в элегантные шорты. Дин сгорел, теперь дома, словно угли в желтых стеклах. Милая моя зима, что ты ходишь одиноко? Не согреться, не остаться. Здесь тебя не ждал никто, лишь метель метает в танцах, топчет мертвеца в пальто. Но как и я, и ты, еще же одиночество испил. Прогони метель подальше, милый друг, спокойно спи. Эй, зима, давай в кран бедолагу пледом снежным, безымянного героя, поцелуй как мама нежно. А потом уйдем отсюда, прочь, а то сойдем с ума. Я всегда с тобой буду, будь моей женой, зима. Мы пойдем туда, где горы, свежести леса, берег долин, где серебряное море, лишь грудины, корабли. Thank you.
Же не выпал снег, когда мы отрывали провода от телефонных аппаратов. Друг другу торопись обратно, где листья желтые в парадных топил ржавая вода, где батареи шум прибоя, где наше небо голубое, шершавый серый потолок. Я так тебя люблю. Алло! Разрыв. Когда я как назло так сильно заболел тобою, бьет в сердце, не в глаз, не в бровь. Междугородняя любовь. Thank you.
где-то между ними. Мам, почему обнимала страх? Ты сама вся дрожишь, ожидая по утрам. Как люди станут друг по другу стрелять? Миротворцы из толчья цветочные поля. Цены взлетят в небеса, рыжи птиц опять на пыль. Просыпаться, пусть разбавить. Нам не просыпаться, навсегда спать.
мы забыли сделать эпическую селфи-фотографию. Давайте все подходите чуть поближе. Сейчас моднейшие фотографы. Есть у нас моднейшие фотографы? С огромным фотоаппаратом размером с дом. Вау! Кому-то класс сейчас. Захуел. Сейчас давайте сделаем фотку. Присядем лучше, чтобы... Ребят, спасибо, что вы все сегодня пришли. Это вообще потрясающий концерт. Еще одну песню, к тому же мы забыли сыграть одну песню. Кстати, кто угадает, какую песню мы забыли сыграть с «Русской мечты»? Я, короче, нихуя не слышу, вот кто-то сказал «Пьяный контракт». Как же мы можем уехать в Дубну и не сыграть песню «Пьяный контракт»? Это наша одна из самых любимых песен, и она самая быстрая, кстати, в нашей программе. Спасибо огромное, ребят.